Коллаборация эстрадного ансамбля, духового оркестра и академического вокала. В дирижабле состоялся концерт «Победа. Музыка. Весна». Известные композиции военных лет исполнили студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и музыканты Самарского концертного духового оркестра. В числе почетных гостей глава города Елена Лапушкина. Замечательно, что этот проект «Победа. Музыка. Весна» сегодня в этом зале будет звучать музыка, которую мы любим, которую мы знаем. Надеюсь, весь зал будет успевать и сопереживать. Я, конечно, желаю вам сегодня приятного вечера. И хочу вам всем пожелать мирного неба, спокойствия, радости и здоровья. Идея исполнить известные песни под аккомпанемент оркестра родилась в Институте культуры, поскольку это новый уровень для студентов. Мы сейчас познакомили, окунули, они просто в диком восторге, потому что это музыка, которая насыщена, наполнена интонациями, мелодикой, жизнью, дыханием. Это очень здорово, полезно и хорошо. Очень классно, очень эффектно. Это первый раз, наверное, мы выступаем с духовым оркестром. Очень мощно звучит, и все песни мы знаем. Артисты исполнили песни «Смуглянка», «Майский вальс», «Журавли» и многие другие, известные каждому жителю страны с детства. Песни «Победы», «Сама победа» и «Отношение к победе» – это как некий оселок, который в нас, видимо, остается навсегда. И с тем, чтобы не приелась та вещь, которая не должна приедаться, мы должны искать новые формы работы. И я думаю, что мы такую форму нашли. Это первый концерт в новом формате, но артисты не собираются на этом останавливаться и уже разрабатывают новые программы совместных выступлений. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.